Приветствую всех на своем канале, я Авру, и мы продолжаем прохождение Need for Speed Underground 2. В прошлой серии я не помню, что мы делали. По-моему, по тачке мы особо ничего не делали. Она осталась в стоке. Но, по сравнению, после тех серий. Вот. Поэтому давайте поедем в какую-нибудь гоночку. Какие у нас тут гоночки есть? У нас тут есть StreetX, две штуки, скорее всего. И вот этот колечко и 300. Давайте сгоняем. Почему бы и нет? Мне что-то... Моя тачка вообще нравится внешне. Стала. Да. Раньше такого не было. Сейчас вот смотрю, охуенно выглядит. Так, это у нас дрист. Ну тут прям две гонки сразу будет. Опа-на. А, это профессиональная лига. Так, профессиональная лига подождет пока что. Я что-то помню, с дристом вместе какая-то гонка по цвету должна была быть похожа. Я забыл то, что здесь такое есть. Тихо. Что-то там пришло. Проходи поворот за очищение стабилизации. Ну, у меня она отключена, поэтому я только что дрестил. Вот так вот. Так. Давайте быстренько сделаем их на стрит такси. Все. Пусть отдыхает дальше. Да, это нормальная вещь для Need for Speed. Целика вообще агрессивно едет, слушайте. Но он четираст. Четирит. Я его догнать не могу. Давай, давай, давай. Нет, реально, я его сейчас не догоню, и все. Чем такой быстрый? Он сейчас поворот нормально прошел, потихоньку догоняя, но это не спасет нас, потому что он впереди капец как остался. Вот что за петуха? Нахрена он на меня едет? Мне что, влево повернуть, а не на меня едет? Нельзя его пропускать вперед. Потому что он какой-то дерзкий слишком. Небось еще обгонит. Сейчас. Когда первый едешь, эта траектория лучше чувствуется. Когда второй, уже сбиваешься немного из-за первого. Поэтому так быстрее будет. Давай, давай, давай. Крутящего момента, конечно, не особо хватает. Так нормально едем. И сцепления с дорогой не хватает. В повороте ее сносит сильно. Но я уже про это говорил в прошлых сериях. Все, без особых напрягов сделали. Окей. Профессиональная лига подождет пока что, потому что там наверняка что-нибудь новое откроется. Но пока что поехали на опять StreetX и не помню, что за эта херня. О, кольцо. Что-то я проехал. Так, трасса посложнее уже. Опять чел на целике тут, надеюсь, он не будет мне помочь. Жестко. Эти парни поумнее. Они хотя бы едут нормально. Не, в одну кучу схерачу. Ух ты! На Тойоте тут. Жесткий чел. Ну это не Тойота, это Лексус, но Тойота такая же тачка уж. Разница там не особо большая. Thank you.
трассу просто не изучил толком, поэтому меня обгоняют. И я неправильно еду. Блин, вот везде один есть такой чел, который быстрый. Ща обгоним. Замедлил, да. К нему в бампер так прижался, он начал тормозить, и я тоже начал тормозить. Пока они там врезаются, я на маленькой скорости просто прохожу поворот, и все идеально получается. Но здесь лучше побольше взять, чтобы вот так вот прямо здесь проехать. Да хер они меня догонят. И финиш. Все готово, голубчики. Гоу. Так, у нас кольцо осталось. О, кольцо-то прямое, нормально. Сейчас на расслабоне поеду. Вторую передачу все потратил практически. Напрямую они могут меня догнать. Что-то они вообще. Какие-то... Ух ты! На мустанге, чел. Смотрите, просто напрямую отрывается от меня. Черт, прям такой. Херовый. Так, что за подстава? Как комар какой-то был. Да как так-то? Он просто уезжает от меня вперед. Челы, вы что творите? Давай, газуй. Где мой воздушный мешок? Просто траекторию его взял. Он как-то вилять начал и замедляться. Я прямо так ехал. Нормально обогнал. У него максималка больше. Тварь, иди нахер. О-о-о, опасно. Здесь реально страшно ехать на такой скорости в повороте. В первом андерграунде там вообще на изи на такой скорости едешь. Так. Отлично сделано, отлично, замечательно. Так и хотел, чтобы они мне в попку дали. Давай. У них разгон быстрее. Давай, они не успевают. Уф, отлично сделали с первой попытки, просто такую напряжную гонку. Просто у них тачки быстрее, чем у меня. Что я сделал? Покруче. И у нас осталась профессиональная лига. Давайте скатаем. Посмотрим, что там творится. Там вроде как на официальных трассах катаешь. Несколько гоночек. Ну, то есть, как и в первой части, там такая серия гонок будет. Так, спонсор обращения. Победить здесь сложно, это пойдет, я может, короче, вся херня туда-сюда. Это самая главная гонка, типа. Чуть дождь, у меня тачка сносится. Ух ты, на ГТРах тут катает чело. Ой, спасибо, челы. Большое спасибо, конечно. Так у меня тачка опять не вывезла, такой занос. В принципе, 4 круга еще можно их догнать.
Блин, тачка не разгоняется. Смотрите, сколько я еду. У меня она вообще не едет. 140 км в час. И это на максимальной прокачке на данном уровне. Да. Надо траекторию выбирать, конечно. Я пытаюсь такую траекторию брать, чтобы у меня скорость сохранялась на выходе хорошая. Блин. За чё, гонка на вылет, что ли? Не мог понять. Странно. Не могу понять, что справа. Почему я третий? Ну, я как бы третий, но сзади меня двое челов, а не один. Видите, я просто не могу их догнать по времени даже. Я как бы на одной и той же херне остаюсь, а их догнать не могу. То есть он на 5 секунд уже отрывается почти. И при этом у меня рекорд круга. Прикиньте. Да ну это бред, надо первым ехать. Потому что последним там ничего не сделали. Как их обогнать? Я не знаю. У меня тачка полностью прокачана. Я не могу их обогнать. Уф, опять там чел спереди сейчас будет ехать. Я не смогу его догнать. Блин, машина не едет. Смотрите, как скорость набирается. Это просто ужас. Как будто она стоковая. Давай, ехай. Передачное число, что ли, уменьшить надо было? Хер знает. То, что движок не крутится. Я еду максимум на четвертой передаче, которая не крутится ни хрена. Хотя это, в принципе, профессиональная лига, здесь не обязательно первым сюда приезжать. Можно и вторым, главное стабильно ехать. Вторым, если. Чтобы по очкам выиграть. Потому что первый, если кто-то будет, то он может быть третьим потом. И четвертым, и пятым вообще. Всякое может быть. Я пытаюсь воздушный мешок сделать, но что-то как-то нестабильный в повороте. Челик. Ты меня погнал вообще, не могу понять. Тебя на изи обойти. Ой, как все плохо-то, а. Они просто как стоячего меня объезжают, что за бред? Это все сложный уровень сложности, что ли? Бред. Вот этот поворот дебильный меня бесил. Про который я тогда говорил в одной из прошлых серий. Ой, это бред полный. Я сейчас буду думать. Короче. Сейчас полгода будем ебаться с этой хуйней. Вот что я думаю. Так и могу. Давай, крутись. По-моему, на профессиональную лигу движок настраивал, поэтому она так херово едет.
него такое сцепление с дорогой хорошее, я мог понять. Я поворачиваю, у меня он как сносит тачку. Он причем уезжает от меня все дальше и дальше. Смотрите. Это жесть. Он просто напрямую догоняет и обгоняет. И отрывается от меня тоже. Я даже не напрямую, а на поворотах. Чувствую, придется сейчас тачку настраивать. Ехать и настраивать тачку. Чтоб без настройки хера их ты выиграешь так. Так умей, иди нахер отсюда. Ну давай потихоньку догоняем даже, не знаю. Чем это связано? Давай ехать, тачка. А. Почти же сократили отрыв. Но нет. После поворота на горку движок просто не хочет крутиться. О, еще и дождь начался, замечательно. Просто идеально. Блять, это RX-8 заебало уже, честное слово. Я почти идеально вошел. Но это не помогает догнать. Почти 4 секунды отрыв. Специально по большой дуге еду, чтобы у меня скорость высокая была. Спасибо, спасибо. Пошел нахуй. Видели это чудо просто? Да. Здесь повеселее, да, едет в городе тачка. Поэтому надо ее настроить сейчас так же, как она была настроена. Потому что там она не едет ни хрена. Вот на стоке. Так, регулировка. Настрой свою машину сейчас, чтобы потом не облажаться на трассе. Тестовый трек, твоим услугам. Так, регулировка, трансмиссии, КПП. Тебя ждут серьезные гонки, поэтому сперва советую разобраться с разгоном и максимальной скоростью твоей деточки. Вся эта байда зависит от передаточного ну-ка числа сейчас. Главной передачи. Впрочем, да, задолбал базарить, тихо. Тоже стоит подрегулировать. Например, как на кольцо. Так, замер. Вот. Почему у меня сейчас получилось хуже? Получились хуже результаты. Я это не могу понять. Странно очень, да? В чем подвох? Я не понимаю этого. 4.0. Но ускорение поставить побольше. Хотя в кольце где-то надо вот так вот поставить 4.6. Нормально, я думаю, будет. Так.
Так. Профессиональная лига. Так, замер. Текущий 7. 0-100. Максимальная скорость увеличилась. Нихера не понял, почему так происходит. А здесь главная передача короткая стоит. Блок управления двигателя контролирует подачу воздуха и топлива в мотор. Настроишь его как следует, выжмешь из движка все 100% мощности, ясно? Вот так вот примерно. Тихо. Не задолбался уже сохранять. Так, поехали. Профессиональную лигу пройдем мы. На эту серию закончим, надеюсь. Если она как-то бодрее набирает, не знаю, там вообще долго набирает. Возможно, здесь просто атмосфера такая. По сравнению с другими тачками, быстро кажется, ну хз. Да чё за бред опять? Собаки. Реально тяжелая тачка кажется и медленная. Он сейчас хорошо набирает. Здесь тачки уже другие, по-моему, нет? Да, должны быть другие. Потому что раз супы не было. Ну, смотрите, все равно отрывается. И я как плавно еду, и он как виляет, я это все равно отрывается. Тварь такая. Я хотел обогнать его, но что-то замедлился. Ой, что-то ускорился, да. И что он сделал, я не понял, но короче, мы с ним наравне стали. 5. РКС 8, а? Да ты придурок что ли? Чё ты мучит? Чё они такие агрессивные, не могу понять. Нахрена ты на третьей передаче едешь? Вторая уже кончилась что ли? Давай ускоряйся. Я вроде движок настроил. Бодрее ехать. Давай, пожалуйста, ехай. Меня все равно отрывается тот тип, я не знаю, что делать. Интересно, аэродинамика здесь сильно влияет? Может, аэродинамику стоит прокачать, чтобы у меня тачка хорошо на трассе держалась? Хз. Думаю, лучше покрышки прокачать, чем аэродинамику. Просто как пуля в поворотах едет. Настолько быстро оторвался от меня, что я даже в воздушный мешок не успел попасть. Капец, да? Вот они на четвертом круге начинают все просто прессовать. Я не знаю, что делать.
Вот, меня никто не обгонял до этого на вот таких вот расстояниях. Но нет, они меня сейчас начинают колбасить. Думаю, что здесь перегрев покрышек реализован. Вот смотрите, меня обгоняет переднеприводный Форд, сука. Просто позор, нахуй. Что делать, что делать? Я не знаю, что делать, чуваки. Я вроде тачку всю настроил. На максимум едет. И при этом она не едет. Давайте скатаемся, знаете куда? А, у меня еще не все гонки-то пройдены. Давайте их сначала пройдем тогда. А. Подождите, нет, вот. Сюда надо, может что-нибудь откроется. Потому что так они меня просто как стоячего объезжают, меня это раздражает. Но вряд ли, конечно, что-нибудь откроется после этой гонки, но может быть. Так, направо. Да. Ты придурочный, что ли? Хер пойми, куда показывают. Приходится как-то так поворачивать. Ладно, допустим, эту гонку пройдем, но навряд ли запчасти какие-то откроются у нас. О, это жесткий удар. Фути нахер, а? Так, трасса сложненькая так. От этих я не отрываюсь тоже. Они хотя бы не такие быстрые. Ой, что я делаю? Не пол срезать. Ладно. Хорошо. Чё, меня трое она обогнала? Чё за бред? Да, невезучий день сегодня какой-то. На троенке объехать меня. Да потому что передача, смотрите, как переключает. Чё за херь? О, чё за, блин, трасса? Хер пойми, куда ехать. Повороты не вписывается тачка из-за дождя опять вот этого сраного. Игра что-то в говно какое-то превратилось, непроходимое. Ладно, попытаемся еще. На 5 секунд оторвался на Труэне, это капец. Ладно, давайте по срезкам поедем. Попробуем его обогнать. Может что-то и получится. Еще и этот обогнал. Нормально, нормально.
чем хотят, гоняют и обгоняют меня. Причем тачка на полную прокачана. Оф. Да иди ты нахер, дебил сраный. Побольше что ли взять, чтобы лучше вписаться. Так вот. Пока они там оборачивают поворот, я просто от них отрываюсь через резку. Но машина вообще тугая в повороте, я не знаю. Не входит ни хрена. Ее либо заносит, либо она не входит. Меня не догоняет спокойно вообще. Вот я даже не могу туда, сука, вписаться. На первой скорости, блядь, еду. Да уйди ты. Ай, блядь, он улетел. Так ему и надо. Не надо так у меня мстить за своего собрата. Давай, газуй, тачка. Вписался, о. Да-да-да. А сюда не вписался. Потому что я забыл, что здесь срезка еще есть. Вот так пошел нахер. Хер ты меня обгонишь. Ох, это было сложно. Что есть такое? Запчасти. Отлично, запчасти. Может, здесь тюнячки новенькие есть. Так. Вариант из райта, можешь регулировать параметры машины, тоже проверять результат изменений на трассе. О! Если можешь найти все детали, доступные другим, а также шины, систему снижения массы, тормозную систему. Отлично. Тысячу раз лучше любой раз. Затаривайся здесь всем, чем можешь. Отлично, наконец-то нашли. Это залог победы. Сорян. Это газ выходит тоже. Подвеска, это груда металла. Хочешь, чтобы машина поехала? Впрыскивай закись азота. Нитро — это зверь. По-моему, ты уже говорил это сто раз. Переобувай свою девочку. Даже лысой резины мало что бывает. Там тут скидон делают. То я поставим, почему бы нет. Меняй тормоза. Для резких людей резкие остановки. Так, в принципе, хватает. Стоимость 900. Еще скидка сотка. Брембо поставим. Брембо я знаю, потому что что-то фирма. Чем меньше весит твоя тачка, тем быстрее она будет бегать. Давай облегчать корпус. Пока что турбо недоступно, к сожалению. Ладно. А в следующей серии мы будем проходить уже профессиональную лигу. Надеюсь, эта прокачка нам поможет. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. Может, подписаться на канал. И всем до встречи в следующих сериях. Всем пока.